Так, всем привет, Спанчбоб, и мы продолжаем называть моды Майнкрафта. Уже кажется, восьмая часть. И... Подожди, так, выражаем. И у нас сегодня два мода. Первый мод я вам сейчас покажу, он очень маленький, но... Он очень безумно дорогой. Видите вот эту палочку, да? Берем ее, вот видите, он дорогой, да? Сейчас, например, пошел кого-нибудь. Вот это вот монстр, да? Думаете, он очень сильный? Нет, его больше. Просто нету. Я даже не знаю, кого ничего. Он убивает фактически каждого моего вот там. Хотя уже немного споился, ну ладно, важно. Вот такой у нас модик, он убивает почти каждого в этом Майнкрафте. Кажется, каждого моба с одного удара. Третий. А то есть второй мод добавляет у нас Годзиллу в Майнкрафта и добавляет МСДЭЙ. Это не какой-то МСДЭЙ не добавляет, а я просто хочу написать это. Не, конечно, не смешно выглядит. Это яйцо. Не похоже на Годзиллу. Нет, ну если так смотреть, то нормально, но если смотреть на это яйцо, то это... И дальше такое, такой утконос. Но... Смотрите, я показываю вам одно. Представим, у нас алмазная броня, например, да? Вот это делаем сейчас. Алмазик. Алмазики. Одеваем их. У нас есть алмазный меч, мы крутые. У нас геймотная, мы нашу эту Годзиллу, мы хотим ее убить, да? Мы такие, в принципе, крутые, да? А вот мы не крутые, нас убили с двух ударов. Короче, сразу вам скажу, у этой Годзиллы где-то 1000 хп. Убить ее невозможно. Это все равно, что, я не знаю, прыгнуть с 500-го этажа и выжить. Потому что это, она ужасно сильно убивает с двух-трех ударов в алмазном сети. Убить это, не знаю, ну конечно можно к этому вот так вот геймод один и попробовать, например, какой-то, ну даже не знаю, супер-пупер зачарованный лук и два стака стрел. Сразу убить с помощью лука, но я вам ничего не гарантирую. Ну, тупая, когда пытаешься из лука убить немножечко. Видите, я, ну, как бы, если 3000 стаков не выстрелит, то, наверное, умрет. Но это самый простой вариант, который можно сделать. Можно взять эту кисточку, если вы смогли скрафтить. Пытаться взять алмазный сет, то может у вас и получится ее убить, но если вас он быстрее не убьет. Вот, алмазный сет и эта палочка. Ну тебе, вот, все, смогли. Короче, эта палочка, она очень классная. И что же выпадает из этой Годзиллы? Мне он выпадает. Пусть у вас есть эта палочка, ее выпадает ее череп, я не знаю, что с ним можно сделать, надо скушать, и кости. Наверняка можно приучить собаку. И вот такие цел. А вот этими, вот эти штуки, это уже на самое прикольное в этом моде. Эта штучка. И что они делают, отгадайте? Они нам могут сделать вот такую классную штучку. И все, тут может сделать, кажется, меч. Ну-ка, посмотрим, сколько у нас убьет ударов, если у меня ее броня. Так. У нас уже большая броня. Так, мы пытаемся гейм моды один. Вообще пытаемся заспамить эту Годзиллу, проверим, как она нас будет пить.
10 ударов вверх. Ну что, проверяем. Нас даже ударить не может. И сражайся со мной. Ну, короче, это очень классная броня, но... Но... Чтобы достать, нужно немало подрубиться. Ну и еще, это просто еще добавляет. Там добавляет он еще... Платиновую руду, которую можно встретить, например, ну, где-нибудь. Я не знаю, что из нее можно сделать. Ну, кажется, ну, сейчас мы увидим, вот такая платиновая руда. Будем, кажется, платиновым. Кажется, надо переплатим, причем такую платиновую штуку. Это сейчас такая есть бутылочка, ее нужно, можно скрафтить. Отгадайте как? Отгадайте, отгадайте, нет, нет. Там нужно скрафтить обычными бутылками. Я вот такую бутылку, я не знаю, что за бутылка такая, ну что с ним можно сделать. Плюс отпад добавляет вот такую руду, еще раз повторюсь. И добавляет, и можно еще скрафтить вот такую штуку. Я не знаю, я уже забыл, как ее скрафтить. Только я немного забыл, то, что нам делать. Я тоже не знаю, что делать. Я вот это, что-то штука такая. Это, конечно, штука, которая делает на удары, как бы, чувачка. Надо снимать немного больше этого стики, потому что но бегать с этого удара. Ну, короче, вот такой у нас мотик. Ну, сейчас я хотя... Я хочу вам подать все-таки крафт. Тут еще кое-что есть, так сейчас выкачу. А, да, сейчас сворд еще покажу, как он крафтится. Потому что, честно, да, сейчас вам покажу. Так, первое... Итак, еще раз повторюсь. Первое, что надо сделать, надо пожарить эту бутылку. Дальше. А, жарим эту бутылку, мы почему-то такие микро штучки. Да. И что же с ними можем делать? Я еще вам покажу все. А, да, перед тем, как сказать, что они делают, я покажу, как крафтится меч. А, нет, 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 не платиновая руда. Конечно же, не платиновая. Нам нужно... одно железо и две эти штуки. Ну, причем такой гость. Вот, интересно, сколько ударов он бьет на счет Годзиллу. Три ударка, магия. Сколько ударов ты убиваешь с меча? 8. 10 ударов. Где-то она умерла, где-то с 9-10 уже много. С счетом. Я не сказала больше, она очень классная. Да, штучка какой снимает. А теперь переходим к другим. Кстати, еще и крафт. Увидим своих экранов. Кажется, я все делаю правильно. А если неправильно, то простите меня. Дело в том, то, что еще показал, мы получаем вот такую микроохуган. Вау. Кстати, я не хочу, я не знаю. Редкие эти плотины. Не знаю, плотина редкая это или нет. Я просто знаю, что она есть. Не знаю, редкая она вообще. Не редкая. Я могу сказать, а мы перейдем к следующему крафту. Мне кажется, если не забуду крафт, то мы сейчас вам покажем. Итак, вот это. Так, да. А, вот так, да. 4 платинумы и 1 микрохуга. И получил вот эту штуку. Юджин Дестройер, он, мне кажется, убивает даже, не знаю, мне кажется, наверное, даже не 500 снимает, только, наверное, 5000, что ли, не знаю. Ну, короче, видите, у нас таких модов, один маленький, один такой нормальненький. Модик. Ага, вот такой вот, там модик, там домик. Ладно, вот такой у нас был мод. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем был SpongeBob. Всем пока. Думаю, вам понравился этот мод. Если понравилось это видео. На 9 и 10 видео будут сюрпризики. Если, конечно, если они какой-нибудь мод пойдут, то будут сюрпризики. Если не пойдут не мод, то будут чай, если эти моды пойдут, которые типа не пошли. Так что в следующих модах будет уже... Следующие два мода будут очень прикольными. Если они не пойдут, то я буду опечален, печаль, ла-ла-ла. А теперь все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Спорим, всем пока. Кстати, не знаю, как это буду получить. Она
Мы должны поэтому разбить, им кажется, ибо поэтому нужно. Что будет с этим наверное? Моя моя дорогая. Маленькая кирочка. Ну, развивается довольно нормально. И нам, кажется, нужно будет пожарить. Ну ладно. Не знаю, редко или нет, то всем спасибо за просмотр, поставьте лайк на канал. А если вы не поставите лайк, то если вы выберете отсюда, то будете мной этим таким. Так что всем за внимание, подписывайтесь на мой канал, всем пока, и один из них уже умер. Всем пока!